на путь вечный открывая, принял он всю скорбь и боль за нас один. На кресте весь мир очистил, человеку сердце мысли обновил. И с любовью безграничной, приходящего к нему, в крови направляет нас любовью он в пути, крепко держит нас за руки, чтоб не знали мы разлуки, верили. Подарил свое нам слово, что приносит душу новый Божий мир. Он для нас источник вечный, милосердие бесконечный Божий Сын. Жизнь в Иисусе дарит счастье, просветляет наши мысли и сердца. Наших уст.